город пил коктейли пряные и что-то там делал. А кто-то, мабуть, ему было не до того. Ла-л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 а
бибибам. Разного рода приспособления. А город пил коктейли пряные. Видите? Видите? Из медной проволоки разного сечения. Что бы это такое было бы? Что бы это такое было бы? А это, оказывается, вот оно что. Видите, как сделано? Умненько! Умненько все сделано. Медь обладает своими свойствами. Это, по-моему, из более толстой меди. Вот. Так вот, да? А? Звук слышите? И, грубо говоря, вибрации идут, звук интересный, воздействие меди. То есть с помощью этих прибандбасов можно, ну, так вот, воздействовать на свой организм. У меня такая бамбуковая. Бамбуковая стучал. А это вот принесли вот такую вот штучку, чтоб я посмотрел и заценил. А город пил коктейли пряные. Ну, что бы я сказал? Конечно, эта штука имеет место быть. Но это еще не все. Джаб-чи-зум, джаб-а-дам. Ла-ба-ба-ба-ба-ри-би-би-би-бом. Рай-би-бум, бай-би-ба. Та-ри-ба-ра-ба-ри-би-бай-ба-ба-п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 а
А теперь, что это такое? Вот что это такое? Вот такое. Видите? Возможно, кто-то из вас знает. А, город пил коктейли пряные. Да? Опа! Видите? Горит. Гори, гори, моя звезда. Звезда любви. О, да. И вдохновение. То есть вот это уже говорит о том, что здесь пошел сигнал и какое-то поле образуется. Ага. Видите? Работает, работает. И вдохновение. Другой не будет и никогда. А, катушка Мишина, вспомнил. Мишина. Катушка, как говорится, имеет место быть такой способ лечения с помощью какого-то поля, которое создается, которое благотворно действует. Однако, здравствуйте! Давайте-ка насчет Малышева Малахова. Пришли разного рода комментарии, и я на них выскажусь. Андреол 57, а 83, час назад. Гравитационная гимнастика, полгода занятий. Тут у меня спрашивают, а можно ли неподготовленному человеку начать заниматься, или нужно для начала как-то себя укрепить? Я же как раз и показываю, я выложил на плейлист «Гиревой спорт» целый год своих занятий. Естественно,
Я начал с пустого тренажера. Пустой тренажер, это там усилия надо прилаживать 100 килограммов. С пустого и дошел до тонны. Не сразу это все. Эти занятия как раз вы начинаете и потихонечку подготавливаете. А не то, что надо что-то специально подготовиться. Ответил. Далее. Олег Борода, 1970 на это все. Петрович, никакой полной жести и позвоночника в труху. У вас не было, у любого взрослого человека, тем более человека старше 60 лет, на МРТ можно найти все эти протрузии, грыжи, гемангионы, спондилоартрозы и прочее. При этом человек нередко даже знать о них не будет и никаких болей испытывать не будет. Знаете, мне вот это не интересовало. Я согласен с этим. Я чувствую, это как раз человек, который владеет информацией соответствующей по МРТ. Меня вынудило обратиться к этому МРТ то, что, я так и сказал вам, что я начал разваливаться. Вот что меня вынудило обратиться. Просветили, да, показали. Если бы вот это все было, а ничего не болело, да я бы и не обращался. Зачем мне это надо вообще-то? А теперь вот говорят, а это самое, а что ж ты не обратишься сейчас там просмотреть? Я уж не говорю о том, что это стоит мани-мани-мани. А мне незачем. У меня ничего не болит, то, что у меня болело. Эти плечи, эта спина. Эта спина, я вот сел за стол кушать, я помню тогда. А потом только раз и не встану. Защемило. И это повторялось изо дня в день. Вот такая была ситуация. Так. Вы сейчас повторите МРТ, я уверен, я вас даю 100% гарантии, что все до единой найденной тогда проблемы с позвоночником остались. Могли добавиться новые. Как говорится, не то чтобы сказать, ну и что. Еще разок. В чем суть этой процедуры и всего этого? Суть в том, что если что-то там развалилось и еще что-то такое, но оно не дает о себе знать, и вы живете полноценной жизнью, а если тем более вы из развалины сделали себя совершенно другим сараем, скажем сказать, обновили себя, зачем это мне надо там или еще кому-то надо? Человеку надо не диагноз, ему надо здоровье, здоровье надо. Но еще размер найденного у вас гемангиомы может измениться или она может рассосаться. Остальное добро остается с вами. Насчет бронзелеза там какого-то, а я не знаю, кто его знает, как знаете, вот задали мне вопрос. Задали вопрос, ну, вы обратитесь к медикам, что, что, как там. Еще раз как-то я хочу вам сказать, что это канал о моей жизни. А вот это вот, чем я вот это занимаюсь, большая часть, которая здесь, это можно сказать хобби, которым вообще никто не занимается. А, вот интересно, как лечить бруцеллез народными способами? Не хочется травиться антибиотиками, спрашивают. Ему отвечают, караосинный керосин. А тут вопрос. Есть случаи излечения? Вот видите, как... То есть вот этот комментарий, как раз сейчас он еще до конца не дошел, это комментарий о том, как работает у нас голова. Если у вас голова работает, вы начинаете решать проблемы. Если она у вас не работает, то, конечно, ничего не будет. А есть ли случай или нет? А есть ли случай или нет? Ну, поищите, это вас касается. Вот у меня, будем говорить, боли были с позвоночником, с плечами там и полный упадок сил в декабре 16-го, когда я все это там сделал. Я же нашел решение, сделал все это. Артем Федоров отвечает, АСД-2 многие хвалят так же. Многие хвалят так же, да? Ну, вот, Артем, хотелось бы вот свой личный опыт, вот как я. Вот у меня проблема, вот, допустим, два случая. С Леной и с Геной. Рифмуется хорошо. Вот пошел по врачам, ходить не может. И другой человек, Гена, пошел, узнал. И начал искать, и что-то сделал. Что он там спрашивал? А поможет, а не поможет?
Еще разок хочу сказать, каждый человек свое заболевание наживает сам. И также он выходит из этого заболевания сам, либо он не выходит из него. Это все зависит, опять-таки, от головы. Такой совет, гениальный совет, и спасибо, вот сказали, АСДД-2, а как его применять, вот АСДД-2, вот так вот бросили и все. И это считается, вот я смотрю вообще YouTube, вот такие вот ответы, рекомендации считаются супер. Все, вроде бы человек все понял. Пишет Артем, не за что, просто надо понимать, что каждый организм индивидуален, и кому-то лучше помогает керосин, кому-то осина, кому-то СС2, а кому-то что другое. Вот. А я хочу сказать, если у вас голова не варит, вам ничего не поможет. Ваша болезнь. Ищите информацию соответствующую. Что, что, как применяется. Чтобы у вас какой-то круг образовался такой. Чтобы вы знали, официальная медицина так лечит, народная так лечит, заговорами так лечит, допустим, энергетики так лечат, травники так лечат. Из всего этого выбрать то, что приемлемо вам, и, естественно, тут не обойдется без проб и ошибок. Ну что это такое? Дальше. Доброго здоровья. На каком масле лучше делать чистку печени, рафинированной или нет, подсолнечной, оливка, спасибо. Вот, как бы сказать, знаете, иллюстрирует. Просто вы прочитали 22 марта этот стрим, и все. Все уже разжевано, пережевано. Еще разок разжевано, пережевано. И еще разок разжевано, пережевано. Все эти вопросы изложены, рассказаны, описаны. Не, вот зашли сюда, и я хочу такой ответ получить. А я вам все говорю, а может я хочу угуривать и мошки, играть на гармошке в это время. А я сижу тут, задницу свою топчу, видите ли. Но тот же активный Артем Федоров, 100 раз уже было сказано, подсолнечного масла ни в коем случае, в идеале только оливка. А я и на подсолнечном делал, если так, между нами. Ну, дальше. Далее пользователь пишет, на любом, на оливковом лучше, а говорят лучше всего на горчичном. То, что написано, что у меня, та-та-ра-та-ра-та-та-та-та-та. Уточнить хотел, уточнить, не уточнить, так, та-та-ра-та-та, рафинировано, все про это, так. Кто-то пишет, дайте Геннадию Петровичу право на ошибку, покупайте оливку, а не рафинированную, для чистки печени. Понимаете? Что касается самого себя. Да благодаря этим ошибкам мы и растем. Пошел, грубо говоря, туда раз заблудился, ошибка. Пошел назад, новое направление. То есть вот так вот, и в конце концов что-то находится. Вот Олег Богата, 1970. Видите, что этот человек подготовленный. Он пишет, видео с Малышева не полное, а вот именно вот на вот эти вот видосы я хотел ответить, да? Сюжет вырван из контекста, не отражает сути проблемы. У меня это попалось в этом самом, без всякого продолжения. Вот она, как вырвали, я его взял да вставил. То есть я его не вырывал ниоткуда. Так, но что важно, МРТ позвоночника Малышевой показало, что позвоночник и тазобедренный сустав у нее в хорошем состоянии, а причина боли, вероятно, это бурсит, воспаление сумки сустава. Я не хочу сказать, что, мое видео Малышева-Малахов посвящено тому, что есть проблема, и есть к ней подход. И я подсказал вот подход Малышева. До этого она там и уколы будем делать, и что-то еще делать, и мази, и таблетки, и еще что-то еще. Ну и делай, что вот это самое, если так уж. И мой подход. Вот да, у меня болело, у меня там то было. И я взял и сделал. Вот в чем подход. А не то, что воспаление, сумки, там, суставы и прочее. И что может это быть в любом случае, там инфекция или непривычные нагрузки, и еще что-то такое, так, и так далее. Далее, Малышев делал МРТ позвоночника в 22-м году, на 61-й год, а Петрович, значит, в 16-м году, 62 года, позвоночник у Малышева в хорошем состоянии, позвоночник Петровича, множество склонений, ну как-то так, я не поклонник Малышева, просто разжил картину более наглядно. Более наглядно, и еще разок я подчеркиваю, вот люди из-за своего сознания, они всю информацию понимают по-своему.
все по-своему понимает, интерпретирует и так далее. А я еще разок хочу сказать и подчеркнуть, что здесь подход. Вот подход официальной медицины, хрен знает сколько чего там знает, и вот он получилось, что ходить не может, и что там со мной будет делать. И вот я узнал, сделал, хожу. И опять, знаете, вот я сказал, я так и написал, речь идет о решении проблемы. Один подход и второй. Олег Богата, тем не менее, освещает подход официальной медицины. Это тоже интересно. А вам нужен вот этот самый подход официальной медицины? Я сказал в этом же видео, вот я обратился, грубо говоря, меня просветили. И говорю, а как же мне теперь, а что ж мне делать? А теперь обратитесь к невропатологу, а теперь еще что-то как. И дальше начинается поколем, то есть все, будем наблюдать. Будем наблюдать. Подход официальной медицины. В той конкретной ситуации укол был наиболее быстрым и эффективным решением. Вот смотрите, укол. Хорошо, укол. Ой, знаете, вот сразу же у меня, так сказать, всплывают эти самые различные примеры. Мой свояк, у него болит спина. Естественно, он ничего это там не делал и не думает делать. Он живет, как живет там. Курит, лежит, вес огромный там. И ничем этим не хочет заниматься, но болит. Он вначале принимал обезболивающие таблетки через рот. Ну, примерно, наверное, через полгода у него язва. Еле откачали в больнице. Подход официальной медицины. Вот, наиболее быстрым и эффективным решением. На какой срок эффективное решение? А дальше что? Откачали все. Вроде таблетки нельзя есть, а спина болит. Что делать? Теперь уколы. Чик-чик-чик. Что получилось, обезболивающие уколы? Проблемы с сердцем. Тоже за малым не отошел туда. Ну, как-то еще, знаете, держится на каком-то этом. Человек вообще, человеческий организм, довольно-таки устойчивая штука. Вот вам эффективное решение. И, наконец-таки, мое решение. Не просто укрепление там суставов всего, а всего организма целом. И я вам такие тонкости подчеркну, на что идет воздействие. Не просто там, чтобы сустав выздоровел, наиболее просто и эффективно там сделали, а стимуляция костного мозга, которая позволяет вырабатывать стволовые клетки и замещать органы и ткани в организме. Ну, есть разница или нету разницы? Быстрое и эффективное решение у вас будет на день, на неделю, на месяц, либо же она будет на всю оставшуюся жизнь. И незнание причины, в который раз я вам говорю, такие следствия порождает с этими уколами. Интересно было бы посмотреть, как конкретно эту проблему решали бы вы. Я ее решил, если это все. Острый бурсит, когда болезненные малейшие движения, посоветовали бы или передвигающему больному заняться гравитационной гимнастикой. Я привел свой случай, а там не бурсит или еще что-то там такое. Я свое вот привел, что у меня было. И что мне думать за других людей? Я показываю свой пример. Кстати, я нигде не видел, чтобы Малышева была против физической активности в качестве профилактики и лечения начальной стадии суставных проблем. Так, наоборот, она советует заняться физкультурой. Ну, советуем мы все заняться физкультурой. Не профессиональным спортом. Да, мы все советуем, да. А вот советы вводить в сустав гиалуроновую кислоту может подойти некоторым людям с артрозом суставов. Видите, опять-таки мышление куда? А мы туда введем. Ну, я не знаю, там, допустим, я так вот понимаю, эта кислота там рассосалась или еще там что-то сделала. Что дальше делать? Да опять уколем, да и опять уколем. Что, что, как? Ни причин, ни без понятия причин, все это там-то такое. Я думаю, сама эта кислота тоже не такая уж безвредная штука, которую можно, так сказать, колоть. Либо же, пускай она это все там помогает, вы, не понимая ни причин, вы их убираете,
это регулярные уколы в сустав. То есть, грубо говоря, укол там через неделю, через неделю, через неделю, через неделю. Ну, если вам нравится, пожалуйста. Тут опять-таки, знаете, я говорю, в качестве жизни, если вас это удовлетворяет, болтаться по больницам, там получать уколы, да, пожалуйста, кто вам там мешает, ходите себе. Лично мне нет, я хочу жить полнокровной жизнью. И, разумеется, вылечить больные суставы она не вылечит, а тогда вот что это такое, вот вылечит, не вылечит. Лишь бы человеку сказать вот это вот облегчение, сделать так, на какое-то время. Знаете, я вот не хочу использовать какие-то там, грубо говоря, методы, которые бы помогали просто снять там боль или еще что-то такое. Да, это можно там когда-то, но дальше должен включиться ум и подумать, от чего это, почему это. И что сделать для того, чтобы этого не было в будущем. Я лично мыслю так. А если вот вылечить, не вылечит, но позволит на несколько месяцев снизить боль. Ну, мы снизили боль, да? А причина как была и будет. Она тлеет, тлеет, тлеет. И знаете еще что? Вот если причина разрушает суставы, а просто-напросто снижаем боль, то разрушение идет дальше. И в конце, как я вам говорил, вот с моим свояком, делал язва желудка, делал, значит, сердце, а как боль была, так и боль. И все это дело усугубляется потом вообще. Но вылечить артрозы не умеет на данный момент ни официальная медицина, ни народная. Но, будем сказать, это мнение Олега Борода. Это его мнение. Вы знаете, вот я бы, вообще я говорю так. Вылечить можно любое заболевание. Абсолютно. Но для этого нужны соответствующие знания. Если мы обладаем этими знаниями и желанием их применить, мы избавляемся. А вот если мы не обладаем, тогда мы начинаем говорить, вот это не может. Да сколько там случаев есть, эти все эти артрозы ушли. И, то есть, если человек желает в этой теме разобраться, и не просто он берет вот медицинскую там статистику, а он берет и другие вещи, там, допустим, тоже народную медицину, другие случаи, и там совсем другие результаты. Поэтому просто так вот сказать, да, это не лечится, и отвалить, и все, понимаете, крышка обрезает какие-то надежды у человека, мечты и прочее, я считаю неприемлемым. Человеку надо дать надежду, человеку надо дать это, делай, работай, и все это уходит. Я не хочу копаться в своих примерах, которые пришли мне на целительные силы, где там и артрозы, и артриты и прочее, люди лечили на раз и два. А вот еще хотел бы это самое примере остановиться на всеми нами любимом и знакомом Серже Матвиенко. Вот до этого. Он что-то там написал, что-то там, то ли сок пьет, то ли еще что-то делает, по-моему, свежий сок пьет, а что-то со здоровьем особо нету никаких этих прогрессов. Я ему там написал, что говорю, да не в соке дело. Он не понял, а в чем же дело? И вот сейчас, смотрите, сейчас прекрасно проявится. А в чем же дело, Серджи, в чем дело и другие люди, которые вот примерно так мыслят. Это все идет от мышления, как человек мыслит. Вот это вот весь вот этот вот комментарий мой посвящен тому, как работает сознание человека. У каждого по-разному. И они на одну и ту же информацию делают там какие-то выводы. Ну, смотрите, какой интересный вывод сделал на видео Малышева Малахов Серж Матвиенко. Здравствуйте, многоуважаемый Геннадий Петрович. Я бы уже многоуважаемый просто вычеркнул из дальнейшего хода. Значит, как же так получается, вот, что вы, обладая такими большими знаниями, написав много книг по оздоровлению, к 62 годам пришли к состоянию полной развалины. Развалить очень легко и просто. Опять-таки, наша многоуважаемая Леночка, супердоктор, профессор и так далее. Опа!
и что-то ходить не может. Ну как же так? Ну вы что же столько знаете и что-то такое? Вот что делать? От одного специалиста к другому пойдем, что там мы будем делать? И вот теперь интересный вывод. Получается, знания ваши не имеют практической ценности. А какие знания я вам рассказываю? Что, вот смотрите, знания ваши, то есть мои. Я себе присвоил клизмы, я себе присвоил чистку печени, я себе присвоил питание, я себе присвоил голодание, я себе присвоил занятия там, с, допустим, с тяжестями, помимо гравитационной этой гимнастики. Я себе все присвоил, и это мои знания. Оказывается, в каждом видосике, если речь заходит о знаниях, я говорю, что это общечеловеческие знания, как инструменты, которые надо применить для реализации той или иной проблемы, чтобы ее там не было. А тут видите, как не имеют практической ценности. Все, да? И лишь пользуясь чужой методикой оздоровления, о как! Вам удалось восстановить себя. Как же после этого читать ваши книги? В книгах изложена общечеловеческая мудрость о том, как это оздоравливать. Это все не надо. Знаете, мне хочется сказать, ну, пожалуйста, не читай. Вот, если ты пуп земли, так сказать, вот как-то откуда-то возьмите знания на основании своего опыта или еще чего-то, или еще чего-то. Ну вот как-то ты их добудь, эти знания. Это так одно, да? Или используешь чужой методикой оздоровления, вам чужая методика. Понимаете, клизмы – это чужая методика. Питание – это чужая методика. Голодание – это чужая методика. Ходьба простая – это чужая. Обливание – это чужое. Мышление – это все чужое. Можно так сказать, Петрович, да вы тут воришка, оказывается, все вот это самое. Своровали и выдали за свое. Выдали за свое, а ваше, оказывается, и не работает. И вот вы взяли чужую методику. Вы ее взяли, и знаете, у меня лично создается такое мнение. И сейчас я вам скажу, почему. Исходя из всего вот этого, создается такое мнение. Чужая методика. Вот у меня лежит эта методика. Даже имеется тренажер. Вот некоторые люди, я это хорошо знаю, они покупают гантели, покупают штанги или покупают абонент в этой самой спортзал. И казалось бы, если вот они приобрели вот это все, они уже должны автоматически стать накачанными, здоровыми. Исходя из этого, да? Чужой методикой. Либо ты возле этого тренажера лежишь, и он тебя оздоравливает. Ну, вот, типа как... Почему я вам показал вот это вот... Вот эти вот штуки, вы там себя бьете там, и у вас идет оздоровление. Ну, какое-то оздоровление будет, не без того. Вы используете вот эту катушку Мишина, и опять-таки вы стали супер здоровыми, супер это сам. То есть это все за вас сделало. Тренажер стоит, это там урчит, свои там поля там делает и прочее, да? А вы здоровы, выздоравливаете автоматически. Так вот, лежишь, тренажер стоит, и чужая методика. Ты знаешь, вот так надо сделать, вот так надо сделать. И она оздоравливает. Оказывается, а это-то надо делать. Итак, 20-й год, 49, сейчас мы все найдем. У меня каждая тренировка записана, все 5 лет занятий у меня записаны, все тренировки. Год я выложил, как я это делал. Да, конечно, удивительно, мы с вами мыслим, вот такие вот есть мышления. Так. Ага, вот 20-й год у нас был, начнем 21-й год. Так, 21-й год. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158
сказать. Каждая тренировка в среднем это 1 час. И теперь мы с вами все это посчитаем. 375 занятий мною было сделано этому методу. Чужая методика. Голодание. Это что, мое? Чужая методика. Ну, знаете, люди там, опять-таки, вот спортсмены там, поднятие тяжести, там еще в чем-то, знаете, они вот в одном и том же, а результат разный. О, шандарахнуло что-то. А результат-то разный. И такое впечатление, как будто вы знаете голодание, вы знаете питание, вы знаете там ходьбу, вы знаете все, а результата особо нет. Да потому что головы нету, понимаете, головы нету. Вот в том-то и дело. Не в том, что ты пьешь соки, а результата нет, потому что в остальном ты ничего не делаешь или еще что-то там делаешь. Там тоже голодал, и все это перещелкнулось, и никак это не стало. Факт. Есть проблема, есть выход. А так еще. Как же после этого читать ваши книги? Просто удивляешься вот этим самым. Я так и написал. Отличный поворот, только не туда. Работа, сознание, оно совсем не понимает, что в книгах это описание, опять-таки, той же клизмы, там, того же сока. Ну как это все сложить так, чтобы это работало на себе? Вот в чем дело. Тогда вообще ничего не надо читать. А что там читать? А Шелтона Брега, там, Порфирия Конищева. Ну зачем? Вот на этот комментарий я и хотел ответить. Вот такое. Завести себя в состояние развалины очень легко и просто. А вот выйти из него, найти то, что работает. Иногда, знаете, бывает так, допустим, тоже питание великолепно бы работало, если бы я там, допустим, в свое время там соблюдал его. Тоже движение, тоже голодание. И прекрасно бы все там сделало. И другие методы. Но это ж надо делать. А вот не делал, а взялся за другое и сделал. То есть из всего, опять-таки, оздоровительные методы – это своего рода инструменты. И важно сообразить, что применять для себя. Независимо от того, от какой их источник, откуда они идут. Важно понимать, как они работают. О, золотая мысль. Важно понимать, как это работает, и это для себя применить. А вы думаете, вот этой гимнастикой там многие вылечились? Вот пока Самодумов был там с ними, там и происходили действительно такие уникальные вещи. А сейчас Самодумова не стало. И вот сколько людей обращалось ко мне, прошли, они не это самое. Они позанимались без травм, получили какой-то там результат, ну и все, и на этом деле успокоились. Достаточно, мол, и этого. Все, мы знаем. А чтобы получить больше, если, конечно, такое желание, это совсем другое дело. Так что Сержио, конечно, вот такие, я еще разок прочитаю. Многоуважаемый. Какой же тут многоуважаемый? Сержио, ты не понял, вот как я написал, ты не понял, что такое вообще оздоровление. Это работа, прежде всего, со своим собственным сознанием. И тебе не нужен многоуважаемый, от которого якобы ты там что-то там получишь. Тебе нужен человек, от которого ты мог бы взять. А ты столько тут здесь, я не знаю, что ты взял для того, чтобы поправить свое здоровье так, как ты хочешь.
Работа со знанием. Значит, многоуважаемый выбрасывано. Как же так получается, что вы, обладая такими большими знаниями, так вот за счет того, что я обладаю большими знаниями, я нащупал методику. Вот благодаря вот этим большим знаниям я и мог понять, в чем суть этой методики. И раскрываю ее. Написано много книг по оздоровлению, к 62 годам пришли в состояние полной развалины. А если вспомнить, чем я занимался, что я там делал, я себя не оправдываю. Просто, как и все люди, мы любим плыть по течению. Вот такое течение обстоятельств создались, пожалуйста. Но когда тебя прибивает к не к тому берегу, то тут уже задумаешься, а куда грести дальше. Вот что главное. Надо грести, чтобы из состояния полной развалины превратиться в совсем другого человека. Подумать, о, да я еще поживу, еще как. И далее, вот интуиция, получается, ваши знания не имеют практической ценности, вот это практической ценности. А что ж ты делал, голодая? Вот, это что, не практическая ценность? Даже, опять-таки, что касается голода, в том же голоде, как его проводить, как его человека протянуть через этот голод, как его провести, нужны соответствующие знания, которые я неоднократно вам демонстрировал. Практической ценности нету. Вы знаете, вот я что-то придумал голодание, которое не имеет практической ценности. Удивительный поворот, знаете, в голове. Вот в голове, когда сумбур, там ничего хорошего и не будет. Ваши практические знания не имеют ценности. Ты тут показываешь на этом и опять-таки говоришь, что это общечеловеческое достояние, на которое, извините за выражение, хрен положили. Все. Вы даже не можете связать, что это и как это интерпретируется. Вот, ё-моё. Ну, вообще это. Или используешь чужой методикой оздоровления. Вот чужая методика оздоровления. Напряжение. Обычное напряжение. Но гений самодумывал в том, что он показал, что это делает напряжение именно такое. И дальше уже было там подтверждено, грубо говоря, научными там данными в Америке, что действительно стимулируется костный мозг и так далее. А я вам говорю, костный мозг стимулируется, там энергетика стимулируется, вправляются кости, еще там этот самый, суставы. А кто это воспринял, вот знаете, вот воспринял так, как я, и принял это как руководство к действию? Кто это воспринял? Да, не одеставить тренажер, да, купить. Вы думаете, что я какой-то мультимиллионер? Как я начал заниматься с нуля гравитационной гимнастикой, так я и в этой жизни с нуля какие-то там блага создавал, то есть все, пятое, десятое. Из нищего состояния я сейчас имею просто-напросто, как я считаю, для себя достойное существование. Не более того, у меня нету там бассейна, нету лифта, там я не могу там куда-то там попереться на какой-нибудь там атолл и так далее. Но я считаю, вот это мне прекрасно, я этим доволен. Особенно внутренним состоянием. И насчет тренажера, я немножечко отвлекся. Так вот, для того, чтобы это, значит, я где-то стал ущемлять себя, чтобы купить этот тренажер. Не просто у меня есть деньги, вот я тут накупил этих камер, вот это вот все, компьютер. Это значит, в чем-то я себя ущемлял для того, чтобы вот это у меня было. Как инструмент для дальнейшего, допустим, зарабатывания там денег или еще там для реализации. Вот что этот самый. А не просто вот, а мы не можем. А вот задача в том, чтобы смочь это сделать. От отсутствия должных знаний большинство людей просто смотрят, как бараны на эту методику. Говорят, нахрена напрягаться, может спина переломиться, может суставы обломиться, может еще что-то. У них даже в голове нету, что это все начинается буквально таки с нуля, и уже ты там идешь дальше. И то попробуйте до этой тонны дойти. Самостоятельно там, когда нету тут в спортзале ни гравитационного этого поля, ни самодумого, ни других там инструкторов, а вы сами на сами все это делаете. Концовка вот это, знаете, как же после этого читать ваши книги?
Глазками, Сережа, глазками читаешь, понимаешь, глазками, и умом соображаешь, и берешь то, что для тебя должно сработать, и при этом контролируешь себя, потому что ни хрена отсутствие самоконтроля, самодисциплины, все это дело перечеркивает. Можно отголодать, можно, грубо говоря, там уколы сделать во все там суставы будет, что-то такое. Но потом что дальше? Тот же образ жизни тебя валит, ту же яму, с которой якобы тебя там с помощью тех или иных средств попытались поднять. Голову надо иметь, понимаете, голову! Вот чем и отличается светоч от несветоча. Что все-таки голова у него светлая. Ну что, нормально, поговорили, да? Можно и заканчивать. Я благодарю вас за то, что откликаетесь, проявляете свою благотворительность на поддержание канала.